Всем привет, ребята! Хотел бы выразить огромную благодарность всем моим подписчикам, которые активно смотрят мои все видосы, ставят лайки, пишут комментарии. Благодаря вам мы уже набрали более 350 подписчиков. Это довольно-таки крупная сумма для меня. Вот. И все-таки я решил устроить для вас конкурс, дабы слегка порадовать вас, что на канале не только будут бас-тесты и все такое. Вот. Насчет конкурса будет у нас 10 призовых мест, значит 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 место получат от меня пиар своего канала. Также я пролайкаю и напишу комментарии под 10 вашими видосами. Вот. А насчет 3, 2 и 1 места, все эти 3 места получат телевизионные динамики. Вот. Значит, по поводу 3 места, 3 место получат 2 таких вот динамика фирмы PSM или просто PM, не знаю, как это читать. Вот динамики у нас, значит, по номиналу 8 Ом, 10 ватт каждый, такие маленькие, да, удаленькие, вход довольно таки большой. Вот. То есть как для своих размеров довольно таки хороший ход, и звучание довольно таки тоже хорошее. Я их проверял, все динамики проверены и на работоспособность, и вообще на звучание, то есть хорошая динамика, в принципе. Вот, это за 3 место. 2 место получит уже получше динамики. Динамики, честно говоря, фирма не знаю какая, но как бы тут инициалы есть. Если что, я могу указать их в описании видео, либо в телеграм-канале. Динамики у нас 8 Ом, 7 Ватт. Извиняюсь, не 8 Ом, 6 Ом, 7 Ватт. Если подключить параллельно, то получится 3 Ома и заодно 14 ватт. В этих динамиках уже резиновый подвес, то есть в этих динамиках у нас бумажный подвес. Он такой типа как не бумага, а я забыл, как это материал называется, но под бумагу. Тут у нас уже резиновый подвес. Похоже на Flip 5, только Flip 5 слегка шире, это немного уже. Но все равно неплохие, как для своего размера. Вход тоже присутствует. Вот. Такие вот динамики. В принципе, считаю неплохие. Тепло звучания их проверят, тоже неплохие. И бас есть, и ВЧ. Вот. Ну, а первое место, я не знаю, может кому-то не понравится, кому-то понравится, но мне кажется, это даже лучше, чем эти динамики. Вот. Получит, считай, 2.1 систему. Это у нас среднечастотные динамики фирмы, не знаю какой фирмы, но инициалы я также укажу. Каждая из этих пластин у нас номиналом 6 Ом, 10 Ватт. В этих корпусах присутствует по одному динамику среднечастотному, то есть вот у нас тут среднечастотный динамик находится. Также у нас корпус фазоинвертерного типа, вот фазик. И также присутствует твиттер, маленький такой, маленький да прикольненький. Вот. Такой твиттерок. Вот. Тут у нас, скорее всего, магниты установлены. Ну, то есть сам динамик уже. Играет довольно громко. И на удивление чисто. И хорошее вообще. То есть звучание хорошее. Есть и средние частоты, и высокие частоты. Тут также самое. То есть маленький твиттер и SC-динамик. Такие две пластины. То есть у нас средние частоты, высокие частоты. И также к этому всему у нас есть саб. Сабик. Топ, просто топ, реально. Саб у нас две катухи по 12 Ом, 10 Ватт. Ну, фирмы, я думаю, видите, да? Извиняйте за качество, но когда-нибудь или через 100, может 200, будет нормальное качество. А пока такое. Вот у нас 4 провода, то есть две катухи по 12 Ом. Ну, конечно, у саба ход довольно-таки небольшой, прям вообще небольшой. То есть вот это его максимальный ход. Но панч раздает хороший, то есть даже не то что панч, а такие низы, немного низы раздает реально. Тоже фазик, вот. Фазик есть, такой вот магнитик. Вот, это все у нас за первое место, второе место и третье место. Вот у нас главные призы. Ну, я думаю, в принципе, вы по поводу призов все поняли. А теперь по поводу условий конкурса. Насчет условий,
Ну, в принципе, я думаю, все уже понимают, что стандартно это лайк на видос, подписка на канал. Вот. Но самое главное, это вы должны пригласить на мой канал, скажем, ну пусть будет, ладно, не 5, я думал 5 уже, мне кажется, кто-то может даже не найти сколько друзей, пусть будет, скажем, 4 друга, то есть вы должны пригласить на мой канал 4 друга, скажем, те люди должны подписаться, поставить колокольчик и сделать скриншот экрана, что они реально подписались. Потом они, то есть 4 этих человека скидывают эти скриншоты вам, а вы скидываете их мне, то есть, ну, подтверждая то, что вы выполнили условия конкурса. Если вы выполнили эти все три условия конкурса, то вы как бы становитесь участником. И получается, почему так это все действует? Потому что, скажем, вы когда мне скинете скриншоты и подтвердите, что вы, ну, выполнили условия, я даю вам ваш порядковый номер, то есть по которому будут определяться победители. Вот. И, в принципе, такое все. По поводу, где скидывать, как скидывать, это все будет у нас в Телеграме. У нас в Телеграме есть канал, Телеграм-канал моего YouTube-канала. К сожалению, там почти нету подписчиков, вот. Но как раз-таки в Телеграм-канале будет происходить вся информация, то есть туда буду выкладывать и условия, и все такое, то есть и списки участников будут выкладываться. Ну, обновляться, то есть кто будет добавляться, то есть я буду писать, какой вы номер по счету и так далее. То есть там будет вся информация, и кто захочет, мне может написать в личке. То есть я все могу вам подробно расписать, рассказать. Вот. Так что такие вот дела, ребятки. Я думаю, вам понравится данный конкурс, и вы в нем поучаствуете. Ну, всем, ребят, удачки, и всем пока.